Здравствуйте, Ангелина. Мы уже поехали. Мы собрались ехать в Сочи парк. И вот что нас ждет на улице. Это ужас какой-то. Какой-то ливень просто сильный-сильный. Он уже идет где-то полчаса. Вот залило все дороги. Просто ручьи, реки текут. Нет, тут просто такое. Она просто не очень много осадков, поэтому канализация не справляется. Он уже что-то делает, канализацию качает. Прочищает. Или прочищает он ее. Открывает люки его. Вот. Люки его, вот, да. Хорошо. А то это ужас какой-то. Значит, тут сейчас вообще застрянут все. Вообще ж ничего не видно. А, еще больше туда начал. Можно возвратиться, конечно. Что, не хотите прям в Сочи парк, что ли? Такую погоду. А если там то же самое? Если там то же самое, то мы будем туда долго ехать и обратно. Так вот именно что. Еще бы доехать вообще для начала. Такая видимость. Видимость ужасная. Или слева, или справа. Вот здесь нету таких рек. Ой, нет. Вот с этой стороны, оказывается, а вон там нету. На той полосе. Люди гуляют откуда-то. Гуляют. Рабочий день, люди пошли на работу. С работы кто-то с ночи. Надо возвращаться. Мне тоже кажется, что надо возвращаться. А то мы где-нибудь там стрянем в Адлере. Там еще ниже. Там вообще уже. Так что сегодня наша поездка в Сочи парк не удалась. Вот такие ручьи текут, это мы только просто еще даже с Донской только выехали. Поэтому мы будем возвращаться. Смотри, вот, на мотоцикле катается. На мотоцикле, конечно, это вообще. Там ехать-то невозможно. Заливает все в глаза. Еще с каким-то кузовом. Илюш, Адлер находится в низине. Вот смотри, мы наверху сейчас находимся. И получается, какие заторы здесь, затопы, да? Адлер еще ниже находится. Мы там вообще как на лодке плыть будем. Это очень опасно. Мы можем там и утонуть. Что, хочешь утонуть?
машина заглохнет, и все, и будешь плыть. В прошлом, ой, позапрошлом году несколько машин в море унесло. Представляешь, в Адлере люди утонули в машинах. Нам зачем это надо? Такой, такой же дождь был сильный. У меня он не справляется даже это. Все заволакивает. Конечно, зачем им такой риск? Ну, проехали, посмотрели. Поняли, что не стоит. То внизу тут все затоплено. Прокатились. А ты что, голодная? Нет. Чтобы не запотевало все. Иначе мы вообще никуда не уедем. Мы ничего видеть не будем, Алёна. Я ничего видеть не буду на улице. Ощущение, что здесь больше, сильнее дождь, чем там был, да? Вот если там такая же погода, а там скорее всего такая же погода. Тут ехать-то не о чем даже. Что-то прям так затянуло там наглухо. Не так, что тучка, вот сейчас она уйдет и все. Там совсем все серое. Да, все затянуло. Как будто надолго. Там у Сочи парк залило. Посмотрим. Мы уже заплатили, нам уже придется в какой-нибудь день ехать.